Всем привет! Давайте проведем небольшой эксперимент с трансформатором, который могут сделать все. Ранее в своих экспериментах по повышению напряжения от 1,5-вольтовой батарейки я использовал маломощный трансформатор, взятый из магнитофона китайского. Но теперь в моем распоряжении 20-ваттный трансформатор TS-25 советских времен от старых советских телевизоров. И мои эксперименты могут быть куда более мощными. Ну, соответственно, наверное, мощностью в 20 Вт. Давайте буквально быстренько сделаем повышающий преобразователь с помощью трансформатора TS-25, выпрямителя стандартной конфигурации, это диодный мост и конденсатор. Что же я буду делать? Я вместо того, чтобы включать вот эту вот обмотку, которая рассчитана на 220 вольт, если вот так вот ее соединить в розетку, не буду. А на первичную обмотку подам напряжение от вот этой батарейки в 1,5 вольта. Приборы заведены на выход вот этого выпрямителя, а первичная обмотка, которая служит для включения в сеть 220 вольт, подведена как раз к диодному мосту. Вот и все. Поехали. Я ставлю батареечку на один из контактов, а вторым контактом устраиваю замыкание и размыкание. Мы получили уже 6 вольт, 7 вольт, больше 10. Легкими касаниями я добился напряжения в 15 вольт. Можно получить и больше, но это не так интересно. Все дело в том, что я пользуюсь ручным размыкателем. Но сделано это только для простоты. На этом я ролик заканчиваю, но в следующем ролике я покажу, как сделать это просто, наглядно и красиво с помощью карандаша. Вот увидите, вам будет интересно.